Прогулялся, отдохнул, подышал свежим воздухом и заодно убедился, что со здоровьем все в порядке. В Химках возобновила свою работу бесплатная выездная диспансеризация. В воскресенье в парке имени Льва Толстого любой желающий мог сдать анализы, пройти диагностику, а также получить консультацию специалиста. Бытует расхожая фраза о том, что заболевание лучше предотвратить, чем его лечить. А лечить его лучше на ранних стадиях, не тогда, когда оно запущено. Эти профилактические мероприятия направлены на раннее выявление социально значимых заболеваний, ведущую роль, которую занимают в структуре смертности нашего населения и также первичного выхода на инвалидность. Диспансеризацию взрослого населения уже не первый год проводит администрация городского округа совместно с Химкинской больницей. Первый этап осмотра включает в себя сдачу анализа крови, двух биохимических показателей на глюкозу и холестерин, проводят онкоскрининг, а также определяют сердечно-сосудистые риски. При необходимости врачи могут направить в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Я пришла воспользоваться такой услугой, проверить полностью, обследоваться. Потому что я не часто хожу в поликлинике, не очень люблю. Так что я очень благодарна такой услуге, что рядом с моим домом можно проверить все полностью за один раз. Пройти диспансеризацию могут не только жители Химок. Для этого необходим лишь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. А результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале здоровья. Такие бесплатные медицинские осмотры будут проходить каждое воскресенье с 10 утра до 14 часов в парке Льва Толстого. Александр Зель, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.